Грузовик снес опору надземного пешеходного моста на Ярославском шоссе в подмосковном Пушкине. Путепровод обрушился, пострадал водитель машины. Произошло это на 31-м километре Ярославского шоссе на части федеральной трассы Холмогора. Движение на том участке дороги заблокировано в обе стороны. Объезжать можно по Осташковскому шоссе через города Королев и Ивантеевка, а также по дорогам Пушкина.